Тут много мелкой рыбы. Можно попробовать ее поймать, потом высушить на камнях и съесть. Вместе с костями. Мы погоним их сюда, они соберутся тут, и мы перекроем выход. Тут сделаем дамбу, и они в ловушке, понимаешь? Ясно. Чет копает в берегу реки небольшую заводь. Они с Энджелой хотят загнать рыбу через узкий проход, а потом перекрыть его вязанками тростника. Последние 6 лет я вегетарианец, но здесь, к ситуации выживания, приходится есть то, что можно найти и поймать. Где-то здесь. Одна есть. Вот она. Не упусти. Поймала. Да!